Арестован помощник президента госкорпорации «Олимпстрой» Виктор Лучинкин. Новость об этом разместило сегодня агентство «Росбалт». Виктор Лучинкин в свое время работал в компании «Чувашэнерго», также в чувашской генерирующей компании и в ТГК номер 5. Потом несколько лет возглавлял коммунальные технологии. Арест помощника президента «Олимпстроя» санкционировал Тверской суд Москвы. Виктор Лучинкин подозревается в крупном хищении. Он был задержан накануне в Сочи. А суд по ходатайству следствия избрал для него меру пресечения заключения под стражу, сообщает Росбалт со ссылкой на источник в правоохранительном органе. Также уточняется, что расследование связано не с деятельностью «Олимпстроя», а с деятельностью компании «Коммунальные технологии». В феврале этого года Следственное управление МВД по Чувашии возбудило уголовное дело в отношении бывшего руководителя «Коммунальных технологий» по факту присвоения им денежных средств в особо крупном размере. По версии следователей, Виктор Лучинкин выплачивал себе и еще нескольким руководителям компании завышенные зарплаты и премиальные.